Всем привет, с вами Информ ТВ. Советский актер Владимир Конкин все это время не комментировал трагедию, которая возникла в его семье. Но сегодня артист сделал громкое заявление, которого не ожидал никто. А оказывается, вся семья Софии считает, что ее лишили жизни. Следствие показывает, что женщина находилась в бассейне под водой несколько минут, а это довольно долго. И все это время никто так и не пришел ей на помощь. Плюс в скорой помощи не было аппарата ИВЛ. Владимир Алексеевич сегодня пришел на передачу «Пусть говорят», но не просто так. Он считает, что полиция может пустить дело на самотек, ведь доказательств как таковых мало, а записи с видеокамер подозрительно исчезли. Цитата. «Я требую, чтобы представители Следственного комитета занялись расследованием. Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Если бы сейчас вокруг меня не было людей, которые меня поддерживают, я бы не знаю, что со мной было. Может, сердце не выдержало бы». Владимир Алексеевич едва сдерживал слезы, когда делал это заявление, и сразу же ушел за кулисы. Елена, директор Владимира, также опровергла сплетни о том, что София была в состоянии алкогольного опьянения, как говорили ранее сотрудники фитнес-центра. Но официальных данных пока что нет. Сейчас вся семья Владимира Конкина, в том числе его сыновья, намерены сделать все, чтобы полиция расследовала данное происшествие. Актер сейчас находится в очень плохом и физическом, и психическом состоянии. Его старшая внучка Дарья рассказала вчера, что дедушка почти ничего не ест и не пьет. Его поддерживает только осознание того, что нужно добиться справедливости и позаботиться о младшей внучке Алисе, которая так рано осталась без мамы. Мы приносим соболезнования Владимиру Алексеевичу и надеемся, что справедливость он сможет восстановить. Если вы любите этого замечательного актера, ставьте лайк. Не забывайте подписываться. Удачи!